Очередная посылка, часть вторая. Это Чейз и Пол! Дела налаживаются! Чейз, трансформируйся! Пол, трансформируйся! Режим ледокола! Трансформируйся! Я буду управлять! Разобьем эту льдину! Включаю дополнительный двигатель, чтобы добавить скорости! Внимание! Дорожное происшествие! Пропустите! Расступитесь! Надо пройти! Все тюлени в стороны! Пингвинов тоже просим отойти! Джет, ну хватит уже прохлаждаться! Ты свободен, Джет! Плыви уже к нам! Но я замерз, не могу пошевелиться! Ого! Я тону! Ой-ой! Жители холодных вод, нужна ваша помощь! Отлично, ребята! Вытащите его на лед, а дальше мы уже сами справимся. Очень холодно. Я знаю, что поможет. Шпионские солнечные очки. Отлично смотрятся. Но как они мне помогут? Это солнечные очки. Они спускают лучи, которые тебя согреют. Включаю. Отлично! Спасибо, Чейз! Готовы возвращаться в аэропорт? Пора домой. Стойте! Еще нет! Мне нужно отвезти угощение маме Раны в Антарктику! Тогда мы с тобой. Вместе безопаснее. Еще до встречи! Увидимся. Пока! Смотрите, самолет снова на радаре. И с ним еще два. Они летят к нам. А теперь они превращаются в роботов. Ух ты! И приземляются. Вам посылка. Вы мама Раны? Да, я. А я Джет. Это Чейз и Пол. У нас есть кое-что для вас. Очень важная посылка. Правда? Это от вашей семьи. Сонгпион. Сонгпион? Ура! Как чудесно! Мы можем все вместе отпраздновать Чхусок сегодня. Онеул! Онеул? Это значит сегодня. Давайте приготовим и другие блюда. Сделаем настоящий праздничный ужин. Можем пригласить ученых с других научных баз на острове. Отправлю им приглашение. Нужны продукты. Интересно, что осталось на складе? Давайте все проверим. Эй, а вы, ребята, что здесь делаете? Стоять! Здесь, если стоять на месте, замерзнешь. Ага, пойман с поличным. Мы арестованы за взлом, проникновение и поедание. Но они голодные. Их нельзя винить.
Эй, они съели мои любимые закуски. И неизвестно, когда мы сможем пополнить свои запасы. Одно ясно, праздничный ужин отменяется. О! Погода ухудшилась. Не о чем волноваться, мы же внутри. Беру слова обратно. О нет! Все обратно на базу! Ветер сейчас и наше здание сдует. Настало время звать суперкрылья! База, прием! Это база? Джек, все в порядке? Вроде того. Привет, Скай! Привет! Джек, ты что, на корейской станции острова Кинг-Джордж? Да! Чейз и Пол тоже здесь! Но снежная буря сейчас сдует наше здание! Интересно, кто справится с таким сильным ветром? Постоянно его улучшаю. Поэтому теперь его можно переместить куда угодно. Что, все здание целиком? Конечно, я с любой погодой справлюсь. Я еще и другие сюрпризы приберегла. Увидишь. Тогда удачи. Да, обожаю сложные задачки. Поднимаю склад в что, кажется, Чхусок отпраздновать не получится. С другими базами не связаться. Компьютеры обесточены. Теперь и свет выключился. Что еще может случиться? Ветер сорвал крышу. Хоть стены на месте. Смотрите, там другое здание! Спасите! Что же делать? Что делать? Спасите! Блокирую удар! Я Нео! Мастер все раскладывать по полочкам! Ого! Спасибо, Нео! Отлично! Ого! Дела действительно налаживаются! Сортировочный склад! Закончилось, и все здания снова на местах. Давайте праздновать! Отлично! Отлично! Здорово! С праздником, Чхусок, ребята!
Здорово! Так, посмотрим, что здесь. Какой сюрприз! Отлично пахнет! Теперь всем будет угощение на нашем празднике. Нам кто-то звонит! Отвечаю! Привет, мам! С праздником, Чхусок! Рано! Вы позвонили как раз к ужину. Веселого праздника! Как я рада, что мы проведем этот праздник все вместе! Да, со всеми нашими друзьями. Да! Здорово! Отлично! Спасибо, Суперкрылья! Это лучший Чхусок в моей жизни! Рады помочь! Готовы лететь? До встречи! До свидания! Спасибо вам! Суперкрылья! Мы доставляем! Пока!